Здравствуйте! Вас приветствует команда КВН, и это те самые. Как вы заметили, в нашей команде есть изменения. Я подстригся. А я? Да, извини, в нашей команде появился новый человек. Не-не, я тоже подстригся. Вот, полуфинал, мы подготовили. Слушайте, ребята, я вчера куриные сердца съел. Мне кажется, они еще бьются. Как вы заметили, Дима не выделяется большим умом. Команда КВН и этот те самые. Поехали! Добрый вечер, дорогие друзья. Хоть кого я обманул? Да у меня же нет друзей. Арсений, в чем дело? Объяви миниатюру уже. Да как так, ребят? Вы мне не дали ни одной роли, ни в одной миниатюре. Хотя я же актерище. Я понимаю, что ты актерище. В следующий раз. Ладно. Итак, представьте, каждая мама ведет себя именно так. Дима, надень шапку. Да чем я никаких буду, не хочу, блин. Дима, надень шапку, на улице холодно. Да блин, ну мам, как? Ну, нет. Так, Дима, если ты не наденешь шапку, больше компьютеру не подойдешь. Так, а теперь давай, как я тебя учила. Сержант Петров, ваши документы. Знаете, у многих из нас в детстве были приставки, там, Sega, Dendy, а у меня был топор. Поэтому я ходил к друзьям играть в видеоигры, а ко мне никто не ходил. Так, следующая миниатюра. Диспетчер такси в роддоме. Таня, ну кто там? Мальчик темненький, 3-5 минут ждать будете? Да. Грубиян возле банкомата. Вставьте купюру в купюроприемник. Слышишь ты? Ты меня что, жизни что ли будешь учить? Я тебя сейчас отставлю. Извините. Так-так. Знаете, мой первую девушку звали «Отвали». Вторую, третью «Отстань, я с уродами не общаюсь». Знаете, вот сейчас я начал понимать, что в наших отношениях было слишком много лжи. Итак, представьте, клаустрофоб в самом коротком туннеле. Ребенок, у которого резко стал ломаться голос. Дима, дай машинку. Дима, ну пожалуйста! Дима, дай машинку. Держи. Да не нужна она мне, нянечка. Эй, я Супермен! Воробей, не воруй хлеб у голубей! Эй, всех спасем! Супермен! Супермен! Молодой человек, может, вы стричься уже будете? А, да. Виски косые, прямые. Порой я хожу в клуб, чтобы показать девушкам, какого жеребца они упустили, и ухожу. Как легко прийти потом на тусовке? Пацаны, слышали новую тему «Сон по телефону»? Короче, чё, звоним, да? Всё, алло. Доброй ночи! Вы дозвонили в службу «Сон по телефону». Если вы хотите сказку на ночь, нажмите цифру 1. Если хотите уснуть сразу, нажмите 2. Вы выбрали «Уснуть сразу». Для любого эпсилон больше... О, это же мотан! О, мои глаза!
А повторите, пожалуйста, про Эпсилон. Школьнику дали 1000 рублей. Ну, вообще, это долгая история, в общем, да. Ну, это понятно. А вы расскажите, как вы, собственно, поднимались? О! Начал подниматься я еще в далекие 90-е годы. Встал на ноги. В каком плане? Ну, в смысле, ходить начал. Ну, это понятно. А чё ж вы тогда не купили настоящий пацанский бумер? О, это вообще долгая история. Приходим с пацанами в магазин, считаем деньги, 2 рубля не хватает, купили малобар. Понятно, но знаете что, по-моему, вы что-то привираете. Ты чё, пацан, я тебя по айпишнику вычислю. Ну, учись сначала в столбик вычислять, щегол. Вот я всегда хотела узнать, а вы почему в КВН играете? В общем, ладно, расскажу, почему я играю. Вот мне хочется, я дома сижу, играю, а мама ко мне подходит: сынок, к тебе пришли. А я говорю: кто? Мама говорит: ну это, те самые. Слушай, у меня тоже подобная история была. Сижу, значит, я дома играю один в твистер. Мне мама такая говорит... Мне мама такая говорит: Дима, к тебе пришли. Я говорю: кто? Она говорит: те самые. Погоди, я эту историю только что здесь рассказал. А, да? А я думаю, где я ее слышал? С вами была команда КВН, и это те самые. Спасибо.